Прекрасное у нас аланийское утро. Лайнер еще не приплыли. В прошлый раз, конечно, приплыл лайнер. Красиво было. У нас как раз расположились мы вдвоем, нормально залезли. Как бы не жалуемся. Правда, камни, конечно, мне вообще там подпирали мне всю ночь. Вот все, что мы взяли в нашем рюкзачке. Дождевики, расческа, там салфетки, футболка, бейсболки Adidas Puma, коческий рюкзак. Такой себе хотел, кстати, ну, похожий примерно, что будут таскать. В прошлый раз мы гуляли по крепости, в этот раз попробуем тут по тропе пробраться туда на обзорку. Ну, тут оказалось даже тропинка нормальная идет, выходит туда вот наверх. Также можно по крепости. Хорошие ступеньки такие. Ну, здесь безопасней. Там можно стукнуться и упасть с рюкзаком. А тут, похоже, вот так вот серпантинчик приведет нас к обзорке прям. Все лодки, корабли куда-то прут. Вон они все выходят. Утренние прогулки начинаются. Мы в деревне наверху, тут классные домики. Гранатики висят. Уже не висят, их все оборвали. Где-то может и раздобудется. Посмотрим. Хорошо тут, конечно, тусить. Что, идем? Идем. Вылезли с этой стороны мы на крепость. Пляжи вообще просто бесконечные. Артём, ой, тю-тю. Место такое, еще один провал крепости. Вот если вот там на террасу где-то встать, то там сейчас спрячешься, тебя никто вообще не найдет. Да. Крепости мы прошли, сейчас придем к подъемнику и будем спускаться вниз уже. Подъемники. Мы спускаемся через поляны в город. Спускаемся сверху. О, как пахнут цветочки. Какие резкие тут спуски. Еще далеко спускаться. Пс-пс-пс-пс. В Турции не кыс-кыс, а пс-пс-пс. Как писать, как будто хочешь.